В североказахстанских колледжах продолжают внедрять систему дуального обучения. По новой технологии производственную практику на предприятиях региона проходят около 3000 студентов. Наглядным примером трудового взаимодействия будущих специалистов с потенциальными работодателями многие годы является Североказахстанский колледж профессиональной подготовки и сервиса. На базе учебного заведения по дуальной системе обучаются 162 человека с особыми потребностями. О том, как проходит обучение в колледже и какие специальности здесь можно освоить по новой технологии, расскажет мой коллега. Пчеловод, швея, парикмахер. В основном ребята обучаются этим профессиям на практике. Потому с 2018 года все студенты колледжа большую часть своего обучения проходят в учебных мастерских и на предприятиях региона. Работодатели сами заинтересованы в трудовом резерве. А для студентов это хорошее подспорье для развития профессиональных навыков и самореализации. Профессиональная практика проходит у нас на предприятиях города Петропавловска и также на территории колледжа в учебных мастерских под руководством наших мастеров производственного обучения, где они производят продукцию, которую реализовывают на ярмарке. Наши педагоги проходят обучение, дополнительное обучение, которое позволяет работать с детьми с особыми образовательными потребностями и повышать уровень профессионального мастерства. Со всеми у нас студентами заключены трехсторонние договора и у нас высокий процент трудоустройств и самозанятости детей. Дарья Вахрамеева решила пойти по стопам мамы, стать швеей. Девушка уже прошла производственную практику в одном из ателье города. После защиты диплома работодатель обещал Дарье помочь с трудоустройством. За все годы, которые мы обучаемся в этом колледже, мы узнали основы, то есть базу. Обучение – это всякие стежки прошли, ручные, машинные строчки. Потом, как изделия изготавливать, конструировать, моделировать, создавать что-то, рисовать. После обучения я пойду в ателье, потому что там разнообразная работа. А Николай Дорошенко – будущий пчеловод. Эта специальность в колледже появилась совсем недавно и уже пользуется популярностью у североказахстанской молодежи. Практику студенты проходят на лучших пасеках, а поддержку в этом им оказывает областная ассоциация пчеловодов. В 2019 году сюда пришел. Получается, уже как второй год учусь, скоро выпуск. У меня была практика. Практика проходила в поле, конечно. Где-то в поле, где-то в помещении. Учился, продукцию пчеловодства варить, как медовуха, как называется, питной мед. Получается, выкачивали рамки, в поле работали, ухаживал за пчелой. Сначала было трудно, но потом со временем уже привыкаешь к работе, понимаешь все азы. Дорожную карту дуального обучения реализует Палата предпринимателей Североказахстанской области совместно с местными исполнительными органами. Во многом благодаря их поддержке предприятия, на которых проходят практику, могут покрывать расходы на обучение за счет средств областного бюджета. И у нас в Североказахстанской области, как все знают, 25 колледжей. В 22 из них дуальное обучение мы на сегодняшний день внедряем. И, соответственно, это дуальное обучение не только сами учебные заведения осуществляют, потому что само название дуальное, но говорит о том, что здесь очень важную роль играют непосредственно предприятия. И поэтому 260 предприятий на сегодняшний день сотрудничают с нашими колледжами, и, соответственно, с этими колледжами заключены соответствующие договора. С этого года сроки прохождения производственной практики будут идти в трудовой стаж студентам. Благодаря дуальной системе сегодня североказахстанцы на практике могут освоить 27 востребованных профессий. Кирилл Потемкин, Анатолий Белонок, служба новостей.